Всем доброе утро. Вот как Ангелина наша идет в школу. Ангелуша, а листочки все равно в школу нельзя брать. Пошли. Классно, да? Красота какая кругом. И у меня юбка в руках. Штанишка идет, чтоб теплее было. Вот все, книжка упала. Что, моя звездочка, отучилась? Мама, вот покажу. Просто она подушка говорит, что каштан пишет. Каштан пишет, то ого, какие цветочки. Да? Ну, пишет. А-а. Не пишет твой каштан. Видела, что он пишет. Угу. Пионеры твои. На столбе пишет? Ну, покажи мне. Видишь вот эти коричневые? Угу. Это пишет. Ну все, пошли тогда. Пошли, умница моя, листопад. Угу, прилетела на забор. Да? Да? Посмотрите, пришла я с работы, кто меня ждет? Вот кто меня ждет? Больше всех рад мой Чарлушка. Мой Чарлунечка больше всех мамочку ждет. А вот это вот моя Ангелуша. Сегодня братик ее забирал с рисования. Да, котенок? Хочу вот вам показать ее ножки. Посмотрите. Вот это вот мы шли с рисования. Чем Кируша обрабатывал? Рассказывай. Перекисью. Я ж сипит. Да, перекисью. Штаны у нас порваны. Полностью. Такая маленькая. Да, это такой маленькие дырки. Поедем покупать новые школьные штаны, да? А вот это я хочу вам показать. Вот это вот. Было 2 дня назад. Из ступенек свалилась. Ирангелуша, ты же у меня девочка, а не мальчик. Посмотрите на моего шустрика. Мой маленький шустрик. В саду ходила с побитыми ногами. Да, Чарли? В школе ходит с побитыми ногами. Везде. Везде с побитыми ногами. Она еще... Хорошо, что с тэквондо ушла. Хочу вам показать, что она нарисовала. Я вот не знаю, показывала я вам вот этот рисуночек или нет. Вот, это первый рисунок она рисовала. Я просто не помню. Показывала или нет. А вот этот она нарисовала сегодня. Нарисовала сегодня вот такой листик. А вот это она упала. Вместе с листочком, со своим художеством. Да, котенок? Mm-hmm. Ну, ничего страшного. Да. Можно просто обрезать. Мы не будем обрезать. Мы оставим на память. А, да. можно мне вот этот вот листик, а вам обрезать? Не надо, зачем? Пусть так будет. Ты будешь помнить, как ты шла и упала. Чарли, да? Она будет идти и помнить. Все равно до свадьбы все заживет. Все заживет до свадьбы. Сейчас давай с тобой будем быстренько кушать и пойдем на танцы. Все, говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал.